Ну, а ми продовжуємо нашу програму. І якщо Наталія Орейро не виходить з актуальності, то, звичайно ж, і наш наступний гість також актуальний завжди. Це Євген Довгов, засновник фестивалю пісні «Старого Єхт-клуб», заслужений працівник культури України, композитор, виконавець, чиї пісні знають усі жителі Миколаєва. Вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. А привіт непростий, тому що саме 23-го числа, тобто сьогодні, о 18-й годині відбудеться концерт. А ми вже всі в передочікуванні, знаю, що просто розписані білети, там вже місць немає просто. Надіюсь. Хочу показати також афішу нашим телеглядачам. І ще так краєм вуха чув, що чекають на телеглядачів нові пісні. Тому да, конечно, будет презентация нового альбома. Это, кстати, мой шестой авторский альбом. Называется «На Леонидский причал». Написаны слова наших николаевских поэтов, и моя традиция. Это и Дмитро Кремень, и Вячеслав Кочурин, и Владимир Пучков, и Михаил Ковалевский, Юлия Ковалевская. В общем, очень много будет премьерных песен на этом вечере. Я думаю, что будет интересно. И вот эту песню петь мои друзья. И ансамбль «Бахталы», цыганский ансамбль. Я для них написал специально цыганскую песню. То, что ты сажет гостя. И Иван Лысенко, значит, и другие исполнители. Их очень много, так что я не буду сказать все секреты, потому что не будет интересно. Оставите небольшой такой закулисье. Маленький сюрприз, возможно, будет, да, на этом вечере. А как долго готовился альбом, потому что и сколько новых песен в общем количестве? Ну, там, в принципе, 12 песен в альбоме. Это песни все новые, или есть песни как бы из старого багажа, но с новой аранжировкой, они звучат по-новому совершенно. Ну, альбом еще пишется, потому что для того, чтобы сделать альбом, нужны нормальные, хорошие финансы, потому что, к сожалению, обстановка сейчас не очень хорошая. В плане спонсорства. И на творчество, да, не выделяют особо денег. Это да. Мы сегодня дальше продолжим. Проблема одна и та же во все времена. Ничего не изменится. Так, действительно, потому что сегодня говорили про то, что сегодня еще день працівників такой же культуры и аматоров народной творчести. Про эту проблему знают все. Завжди не вистачає грошей для культуры. Да, это всегда была проблема и в советское время, и сейчас то же самое, к сожалению. Говорили, хто буде сьогодні, говорили, що пісні, а що ще цікавого для глядачів готуєте персонально? Ну, я думаю, що тут, в принципі, творчі речі предполагають наличие нових пісень. Їх буде достатньо сьогодні. А пісні із старого репертуару будуть звучати? Да, немного, немного. Я, как бы, если буду делать мой концерт из старых произведений, которые, в общем-то, любят николаевцы, концерт затянулся бы часов на 5, не меньше. Как фестиваль песни старого клуба. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки какой-то нечудобный формат временной, то есть как бы часа два, может быть, два с небольшим, не более. В основном новые песни будут звучать, немножко из старого, конечно. Те песни, которые вошли уже, как бы сказать, в репертуар мой уже давно. Что? А подготовка к этому концерту как долго длилась? Потому что, ну, мы понимаем, что все-таки объединить всех друзей своих, всех творческих единиц, у которых вечно какие-то планы, это, ну, нужно выбрать какую-то такую дату универсальную. Чтобы всем как, подошло. Да, как долго проходила дата, значит, подготовка? Такова, когда освобождается место в русском театре, тогда я провожу творческие вечера. Дело в том, что я провожу творческие вечера каждый год. И уже на протяжении 16 лет. Поэтому подготовка, в общем, для меня дело привычное. От года привычно. Да. Но, естественно, значит, я хочу, чтобы каждый творческий вечер был отличался от предыдущего. Другая режиссура, другая, значит, постановка, и, сказать, и значит, сценическая, и новые песни. Поэтому, как бы... А чем будет отличаться в постановке этот творческий вечер от прошлогоднего? Многим отличаться, всем. Те песни, которые звучали в прошлом творческом вечере, они, как правило, звучать не будут. Будут новые песни совершенно. Будут другие, значит, и хореографические номера, вот такая так называемая подтанцовка. Ну, чем я не хочу говорить про все секреты. Вот так, секреты, видите, сколько секретов. А я хочу сказать, что есть у зрителей возможность прийти еще. Да, вход свободный, пожалуйста, милости просим. Все приходят. Тому, дорогие телеглядачі, якщо є бажання, я думаю, бажання все ж таки виникає, я нагадую, що 23 числа, тобто сьогодні о 18 годині, в стінах Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру відбудеться презентація нового альбому. Тому завітайте і, звичайно ж, насолодіться новими піснями, почуйте їх першими. Знаєш, я жду вас, друзі, на речі. У мене от є ще один такий, можна сказати, передпоследній вопрос к нашому гостю. Творчі вечора, концерти ви проводите постійно. Сьогодні тема нашого ефіру – це театр, і мені би хотілося узнати перед вашими виступленнями, може у вас якісь є суеверія, може якісь примети, які ви виконуєте з року в рік, з концерту в концерт? Ні, такого, в общем-то, нет, в общем-то, я чуть не суеверно, сразу говорю. Просто нужно готовиться к вечеру серьезно. Вот, я надеюсь на помощь всех друзей. И здесь, в том числе, друзей спонсорств, потому что без поддержки финансовой было бы невозможно провести. Здесь и глава администрации Заводского района Вячеслав Карцев,
И компания Pacific Maritime, значит, Юрий Черепанов, и компания, и фирма ЗЖБИ, которая возглавляет Виктор Косличенко, и другие мои друзья, которые помогают мне из года в год проведение подобных мероприятий. Это касается и фестиваля песни Старого клуба, и вуличних вечеров, потому что... Отож, бачиш, і саме найголовніша традиція – це з друзями і хороша підготовка до концерту. А вот моральная подготовка мені интересна, потому что действительно серйозный концерт, серйозная подготовка. Да, как вы себя подготавливаете морально, и как морально... физически выдержать такой большой концерт? Да, это действительно. Ну, если я выдерживаю фестиваль песни Старого клуба, когда я нахожусь на сцене 5 часов... Это закалка, я так понимаю, да? То, наверное, творческий вечер... Единственное, я повезу больше песен, чем на фестивале, конечно, там больше ведущий там. А здесь, конечно, я пою песни, очень много песен. И действительно, это нужно определенный моральный настрой, конечно, и только физическое определенное еще. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Поэтому мы можем только восхищаться. Так. Да, конечно. Нет. Я думаю, чтобы удался такой песенный марафон, необходимо, чтобы зрителей было очень много, потому что для артиста это самое главное. Это самое главное. Благодарные конечно. Глаза. И хорошо работала аппаратура, если бы. Это тоже хорошо. Тоже будет, да. Еще одна слагаемая. Так, действительно. Ну, я так разумею, что песни почуют вперше усі. Да, конечно. Тому, друзі, розумієте, що у вас є можливість скористатися безкоштовним входом. Сьогодні о 18 годині завітайте. Ми, звичайно ж, першими почуєте прем'єри пісень. Дякуємо вам, що сьогодні завітали в нашу студію. Дякую вам за те, що завітали. Дійсно, анонс для вас, телеглядачі. Бачите, навіть посеред тижня є можливість культурно відпочити. Чи безкоштовно, що найголовніше.